Первое, что увидела, когда открыла глаза, букет цветов и кольцо. Так вспоминает Лиана, как жених Роман Афонин предложил ей руку и сердце. Лиана сказала «да». Решили, что свадьба должна быть не похожей на другие. Поэтому согласились стать первыми, кто связал себя узами брака в новой ротонде Ясногорска. Безумно приятно, что столько родных, близких собралось, что уделили особое внимание нам, так сказать, открытие новой ротонды. Мы очень благодарны, очень счастливы. Мы любим друг друга и надеемся, что все у нас будет отлично. Прочность и долговечность – это отличительная черта гранита мансуровского месторождения, из которого сделано основание ротонды. Трудились над ним на Урале, где и добыли камень, а кружевной купол ковали тульские мастера. Возвели 5-метровую ротонду за счет средств Фонда развития области «Перспектива». Он работает в регионе по поручению губернатора с апреля этого года. Летом Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил Ясногорск. Когда смотрел парк, решил, что нужно его благоустроить. Место будет пользоваться не только популярностью у молодоженов, но в том числе у всех жителей Ясногорска, потому что она стоит в живописном месте. Даже зимой на фоне снега здесь будет можно фотографироваться и просто гулять. Всего благодаря фонду в регионе уже реализовано 76 проектов. Для этого привлекаются внебюджетные фонды. Имен спонсора не называют. Известны только цифры взносов. Самый большой – 100 миллионов рублей. На эти средства устанавливают детские площадки, делают ремонт в музеях и школах, благоустраивают парки и скверы, выполняют те работы, о которых просят тулики на встречах губернатора с общественностью. Светлана Климова, Анастасия Авдеева, Артем Качин. Первый тульский.